Итак, Новый год продолжается. Мы приехали в Ливенворд и сняли гостиницу. Вот ваш наш номер. 334. Заходим в номер. И вот у нас вот такой вот номерочек. Здесь халаты висят, чтобы ходить в джакузи, в бассейн. Вот такая у нас кровать. Здесь умывальник, кофе стоит. Здесь ванная комната, туалет. Душ. Ну как, Аллочка? Иду кофе делать. Кофе, давай. Тут вот наш дядька Петро засел, отдыхает. За столиком. С Новым годом вас всех! Всех-всех поздравляем с Новым годом. Счастья вам! И мы будем отдыхать. А здесь вторая комната. Джакузи. Прямо в номере. И типа living room. Телевизор. Камин. Которым можно пользоваться. Там лежат уже дрова, которые подпаливаешь. Горит. И диванчик такой. Выход на балкон. Сейчас мы выйдем, посмотрим. И на улице зима, мороз, снег лежит. А мы будем отдыхать. Вот здесь такая елочка. Украшена. Гирлянды, наверное, вечером включится. Горы, снег. Бассейн аутсайд. Джакузи там работает круглосуточно. Снимаешь просто пленочку, идешь туда, паришься. Хочешь в холодной воде, он в бассейне. Мы были здесь, в этой гостинице, 2 года назад. Останавливались, нам очень понравилось. И в этом году мы тоже сюда приехали. И будем праздновать второй день Нового года. В прошлом году у нас номер вот там вот внизу был, самый крайний, вон где мужик пошел, там мусор потащил. А там наш угловой номер был на первом этаже. И мы целую ночь здесь в этом джакузи просидели, в бассейне купались. Вот такая вот гостиница. Здесь музыка будет, вечером концерт, ужин, завтрак, все включено. Так что приятного отдыха нам. А вам с Новым годом и всего хорошего!